5, 4, 3, 2, 1. В этом выпуске. И что ж, кто же победит? Снежный человек, светящийся спрут или цветочная корова? Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярослав. В этом выпуске мы узнаем, какого же нового моба нам добавят и какие новые предметы будут. Первый предмет — это электрический блок травы для замыкания. Давайте посмотрим, за кого я проголосовал. Я проголосовал за снежного человека. Сейчас я зашел в Яндекс.Статистику, и показано, что сейчас все смотрят проголосование в Майнкрафт. У нас также будет синяя магма, можно сделать джакузи в лаве. И будет добавлен еще гигантский моб, с которым очень трудно сражаться. Также будут добавлены морские огурцы, но которые стоят на поверхности земли. И также будут помидоры, которых можно метать друг друга. Будут еще кварцевые блоки и будет обычный кварц. Также еще будет маленький веник, чтобы сметать все. Новая оранжевая руда и, конечно же, вытяжка. Что ж, давайте подумаем, кто же станет победителем. Ну, кто же это будет? Давайте думаем. И, конечно же, победителем будет светящийся спраут! Да, ребята! Спасибо за внимание! Всем пока! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не против, буду сыграть за нового моба в Майнкрафт.